Где учиться по окончанию школы, а потом работать? О профессиях, которые можно получить в вузах и СУЗах, димитровградским старшеклассникам рассказывают в стенах школ. На так называемых уроках успеха ребят знакомят с учебными заведениями города. А 22-я школа по итогам года в Ульяновске была отмечена дипломом за самую активную работу, проводимую среди учащихся. Помимо занятий в течение образовательного процесса, для ребят также организуют экскурсии на предприятия.